О, у нас погода. Всем, всех приветствую на своем канале. Как твоя фамилия? Очень известная. Короче, два дня катались, третий день встал трактор. Солярка замерзла в шланге. Он сейчас привозил, отогревали. Фонарь один. Он сейчас сделает. Отвал. Это яблоко потеряли, блять. Надо втулку сделать. А я там возле остановки развернусь-то. Баллон положи в газели. А, Бим радуется. Ага. Не упадет, он на доску упрется. На асфальт, да? Сейчас его трясанет вниз, нахуй, и сюда упадет. Детям под елку чистили. Встал солярка. Ну, это, может, с осени конденсат был. И остался в трубке. Так что как-то вот так. Так, он поедет, а я газель разведу. А, надо. Двигатель, двигатель! Почистить надо. Миш! Миш! Видишь, он там держатель есть телефона. Ты открой крышечку и вставь его туда. Падает. Кто? Меня задержает, он падает. Я вот этот аппарат уловил. Так ничего страшного, третий раз поймаешь. На 82-й надо отвал, конечно. Иногда бывает, зад прилипает, но блокировка работает. Езжай, Миша! Езжай! На резинке стоит. Вот такая у нас зима. Утром я прочистил, уже снова падает. Так, ладно. Поеду я разворачиваться.